Нижний Новгород и Сухум стали городами-побратимами. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сейчас с официальным визитом находится в Абхазии, и соглашение между мэрами двух городов было подписано в присутствии президента Абхазии. Это нам даст возможность еще больше и внимательнее, да, насыщать наши программы, уделять большее внимание, что абсолютно известно, что отразится положительно на наших гражданах, на их возможности развиваться, познавать окружающий мир, расширять свой кругозор. Пришло время это сотрудничество расширять и углублять. Будем смотреть, есть готовые предложения в туристической и экономической сферах взаимодействия Сухума и Нижнего Новгорода. И в гуманитарной сфере тоже есть несколько проектов. Мы проводим форум социальных предпринимателей, называется РИБ. Социальных предпринимателей, многие из которых инклюзивные, многие из которых с ограниченными возможностями здоровья. Есть идея провести такой форум в международном формате, да, с участием Сухума и Нижнего Новгорода.